Уральск посетили представители компании «Тенгиз-Шевройл», крупнейшего в Казахстане предприятия, осуществляющего геологоразведку и разработку гигантского месторождения «Тенгиз» в Атырауской области. И в ходе рабочего визита они встретились с акимом области Нурланом Нугаевым. Целью визита представителей компании в Уральск стало развитие дальнейшего сотрудничества с местными предприятиями. Компания «Тенгиз-Шевройл» была создана по соглашению правительства Республики Казахстан и корпорации «Шеврон» в 1993 году. На сегодняшний день она является крупнейшей и самой экологически безопасной компанией в Казахстане. Основной ее продукцией является сырая нефть, газ и сера. В ходе встречи аким области Нурлан Ногаев поблагодарил представителей компании за визит в Уральск и отметил важность сотрудничества. Одна из главнейших наших задач – выполнение поручений президента республики. У нас есть свои планы с инвесторами. В нашем регионе существует большой агропромышленный комплекс. Это такие предприятия, как Карачаганак, Жайык-Мунай. Пока от нашего сотрудничества есть немалая польза. С 2010 года генеральным директором компании «Тенгиз-Шевройл» является Тим Миллер. В ходе рабочего визита в Уральск он отметил перспективность сотрудничества с местными компаниями. Мы провели дискуссию с акимом области и обсудили различные сферы, где могли бы увеличить местное содержание, а именно привлечение местной компании. Больше всего это услуги в сфере нефти и газа, а также товары, которые производятся местными производителями. Мы заметили, что производственные возможности в местных организациях довольно впечатлительные, и мы видим возможность сотрудничества. Уже закупаем товары, которые производятся в области, но цель нашего сегодняшнего визита – это увеличение приобретения на будущее. В 2010 году компания «Тенгиз-Шевройл» затратила 2,3 миллиарда долларов США на приобретение услуг и товаров казахстанских компаний, и мы ожидаем аналогичных затраты в 2014-м. Тенгизское месторождение нефти было открыто в 1979 году. На сегодняшний день оно является одним из крупнейших месторождений в мире. Общие разведанные запасы тенгизского коллектора составляют 26 миллиардов баррелей и 1,5 миллиарда баррелей в королевском месторождении. В первом квартале 2014 года объемы добычи сырой нефти составили 55 миллионов баррелей. Сегодня возможности компании планируется расширять и дальше. После встречи с акимом области представители «Тенгиз-Шевройл» посетили крупные предприятия Уральска и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет. О том, как прошли эти встречи, расскажут мои коллеги. Марина Горбук, Монарбек Ушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.